Всем привет! Приступим. Мягкий творожок отправляем в чашку. Далее разбиваем одно веселое яйцо. Добавляем разрыхлитель. Немного перемешаем все это. Теперь добавим сыр. Я его заранее уже натер на терке. Перемешиваем. Теперь добавляем муку. У меня цельнозерновая. Для начала 2 ложки. Посмотрим на густоту нашего теста. Жидковато. Добавим еще 2. Итого 4 ложки. Теперь хорошенько все это перемешиваем. Вот, пойдет. Берем антипригарный коврик или пергаментную бумагу, как у меня, и выкладываем наши лепешки или оладушки, я не знаю, как их назвать, на лист. Придадим им красивую форму. Теперь для красоты я еще посыпал черным кунжутом. Все, отправляем в духовку 180 градусов минут на 20. Ну, смотрите сами, как подрумянится, доставайте. Вот прошло у меня 25 минут. Они у нас подрумянились, стали золотистые. Очень мягкие, очень вкусные. Всем приятного аппетита, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Завтракайте вместе с нами. Всем приятного аппетита. Пока-пока.